Юные спортсмены Коми этим летом отдохнут не только в родной республике, но и на Черноморском побережье. Ребят примут Черноморская Зорька в Анапе и Приморский Медвежонок в Кабардинке. Первая смена, к слову, уже стартовала. Кроме того, организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 8 республиканских спортшкол. Укрепить свое здоровье в них смогут более 800 юных спортсменов. Как отметила министр спорта Наталья Карина, во всех лагерях сделано все, чтобы отдых детей был полноценным и разнообразным. Занятия нацелены как на оздоровление, физическую подготовку, так и духовно-нравственное развитие. В планах работы, кроме спортивных направлений, входят различные культурные и образовательные мероприятия.